Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Михаила, и у нас сегодня роллинг, как обычно, коллекционер, который реально удивляет меня сегодня. Думаю, многих тоже удивляет. Вот такой вот у нас аккаунт Аполлон. Судя по всему, что вы видите, это донатный, потому что это русский аккаунт, русский сервер, точнее, не русский аккаунт, а русский сервер. Правильно мы зашли? Сейчас я гляну. А то, может, вдруг не на тот аккаунт залезли. Прикиньте. Не, все правильно. Все good, самое главное сейчас назад вернуться. Так, окей. Что у нас интересного? Донатный аккаунт. Сейчас посмотрим, что по героям у него и сколько у него доната. Так, по донату 93к, в принципе, ну так и ни много и не мало, нормально. Ну, героев тут, наверное, надо. Космо, наверное, так. Космос, Вален, Землеройка, 82-90. Так, нет, ну, Космо угадал. Оккультист, Свален, Махатма. Вот так вот, Махатма, Свален, Оккультист. Я предыдущий аккаунт роллил, этот был самый топовый роллинг. Обязательно посмотрите роллинг перед этим роллом. Там просто эпически все выпало, все что надо, это же самое надо здесь. То есть оккультист, космо, здесь даже Махатма нужна, она там была, плюс свален. Ну, в общем, вот так вот. То есть, по сути, максимум, что мы можем вытащить, раз, два, три. 4 героя. 4 топовых героя, 40 косама. Ну, попробуем. Так, знакомая гильдия, гильдия Flame. Первые 5 места, битва гильдии, атака фортов, кидайте заявочки. Атака фортов вечером, 20:00 по МСК, прием 350к, телега Анна Flame. Качаем часовых. Отметились. Так, окей. Поехали посмотрим аккаунт. Что у него тут интересного есть на аккаунте, потом пойдем ролить. Что у него вообще делается по плюхам. Вот, кстати, я так и хотел посмотреть, тут вторые падают. Тоже. А, такс. Ну, тут понятно. И карточки. Ну, видно сразу, да? Донат. Блин, я помню, когда мы первые камни, вот только выходит какой-то новый итем, его так сложно собирать. Сейчас, блин, этих камней у меня там свыше 15к на английском сервере, мне девать их некуда. Ой, ну я не знаю. Наверное, он на Зверского посмотрел когда-то на нубу обзор какой-то, но со стойкостью это, конечно, жесть. Я бы уже давным-давно перекачал. Так, ожог, топчик. Ну, как вариант, в принципе, СО есть тоже топовый, тоже хороший вариант. Отлично. Отлично, если подземки пройдены. Так, топчик, топчик. Ну, такое можно было бы уже поменять. Хорошо, тыковка топовая. Стрелка, странно, почему-то он так и не докачал. Так, ПБшка, Асурик хорош. Фрэнки тоже, в принципе, хорош. Так, минус борца это на архидемона. Вот, в принципе, тоже неплохой вариант. Плюс хороший аккаунт. Девятая жила. Ну, на подземке такой вариант пойдет. Вот тут атлант, если древние пройдены. А я что-то сомневаюсь, что они пройдены. Хотя, может быть, может он задрот. 28 всего. Так, окей, поехали дальше. Посмотрим, что у него еще есть. Ну, аккаунт для русского сервера. Аполлон. В принципе, нормально. Так, что еще у нас такое? Мы закончили где-то там на Атланте. Так, это можно пропускать. Малышник, это уже пошли такие не особо востребованные. И герои, поддержка. Ну, неплохо.
Берс уже на шапке не актуален. А так, в принципе, пойдет. Все, пошли ниндзики для силы, допы. Понятно. Ну что, поехали. Вот такой вот у нас коллекционер. Поехали, попробуем словить, что у него по осколкам делается. 79. 5 осколков космо. Так. Ну, let's go. Хранитель паладин. Рино. Друид. Интересно падают герои сегодня. Суккуб. Афина. Инка Леди Лео. Ну, неплохо, неплохо так. Вот, конечно, на таких аккаунтах дороливать героев печально. Раз на раз, в общем, не приходится. Так, поехали в рейд. Почему? Потому что шанс намного меньше выбить недостающего героя, это раз. Во-вторых, ну, я уже не раз говорил, если, тем более, ты донат, проще дождаться там неделька-две, если ты не особо злобный донат, и получить героя. Потом немножко задонатив, чем потратить самики, накопленные, не накопленные, лучше это кинуть на прокачку героев, на прокачку тех же самых созвездий, потому что чем дальше, тем все печальнее у донатов. Они тратят деньги на самоцвет, ну, точнее, на роллинги, на недостающих, а потом и героев, которые есть, качать нечем. Ну, это реальность. Ледяной феникс. Ну, блин, ну круто, но нам нужен не ледяха. Нам нужен космо. Так, космо. Ведьма Гаргул. Опять Гаргул. Валентина, добрый вечер. Купидон. РТшка. Сердцеедка. Опять РТшка. Профессор Рибет. Стрелок Бульдозер. Да ну нафиг. Фараон. А где же имба-герои? Где недостающие? Вы что, издеваетесь? Тыква. Дед Мороз, Красный Нос, Борода из Ваты. Так, Дракос. Ну это жесть. И опять Дракос. Донаты, ребята, тоже плачут. Конечно, это жесть. Куча легенд. Вот реально, легенды просто сыпят сегодня. Судя по роллингам, ну, как видите, кому как. Кому падают обычные магазинные, кому падают вроде классные герои, но они уже есть. Ледяха вроде круто все. Стрелок круто там. Остальные тоже круто, но, блин. Так, нам надо выбить недостающий имбу. А Фрейка со стойкостью, там выживание, наверное, скорее всего. Сейчас посмотрим. Да, выживание стоит эмблемой. Ну, чисто для битвы гильдий. Вариант вообще отличный. Так, окей. Собрались. Интересно, сколько у нас уже слизней собрано? 9-15. Ну, это уже печально. Это печально. Ну, что мог? Ничего себе. Пропустили такую картинку. И сразу же 3 эктоплазмы. Знаете, на предыдущем аккаунте падало по 3, но падало по 3 топ-леги. Малыш Ник. Медузка. Рандомчик. Ну куда этот рыцарь? Для какого фига он? Вот для чего мне рыцарь на этом аккаунте? Еще один рыцарь. Только тьмы. Это жесть, ребят. Ну, хоть так. Ну, что, поздравляю. Один, хоть один недостающий герой есть. Блин, я уже думал, что вообще печаль будет. Но свалено мы вытащили. Это радует. Это реально радует. Хоть так. Хоть чем-то. Поздравляю. Но это еще не все. Варлок. И 150. Шаман. 13-15.
Увы, увы, увы. Ну, зато есть хотя бы один недостающий герой. Конечно, было бы круто, как на предыдущем роллинге. Обязательно посмотрите его, если вы его не видели. Там просто эпический роллинг получился. Ну, шо маем, то маем. Так, у него не хватает места уже. Но зато свалено. Я не знаю, что-то их было сложно выловить. Ну, вот вроде начали они падать. И это хорошо. И на этом спасибо, IGG. Конечно, коллекционер сегодня, ну, такой себе, но это тоже хорошо. Разброс. Вот такое вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Поздравляю с недостающей Легой. Всем удачи, всем пока.